Мы уже с утра начинаем процедурки делать вот этому шарику нашему, уже нашему шарику, да? Сейчас дали таблеточки по расписанию врачей, напоили, сейчас будем кормить. Кормление, конечно, после операции должно быть легенькое. Это паштетики, это куриный бульончик, курочка, но он кушает как бы хорошо. Да, мой золотой, да. Будем стараться, стараться, конечно, выхаживать и делать все, что есть, конечно, такие рекомендации врача о том, что, возможно, он будет ходить, но надо заниматься, надо и гимнастику заниматься конкретно. Ну, будем мы делать, а для чего же мы? Это помощь животным, это основная помощь животным, вот таким увечным, калечным, которых люди же сами калечат, не люди калечат. Больше у меня нету слов. Ну ничего, все будет хорошо. Да, малыш? Мы загладим, мы вину эту исправим. Человеческую, нечеловеческую вину исправим. И вернем тебе. Чтоб ты нам верил, доверял. Да ты уже у нас любимчик. Да ты уже у нас самый любимый малыш.